На вопрос, можно ли приходить на службу, священники Жадовского монастыря отвечают, как на сердце ляжет, и призывают людей к благоразумию. График богослужений в монастыре не изменился, даже в связи с эпидемией коронавируса. Единственное временное ограничение – монахи не оставляют паломников на ночлег. Но люди благоразумно не приходят и днем. Как правило, визит мирян в монастырь ограничивается кратковременным пребыванием. В основном все прихожане Жадовской пустыни молятся дома, келейно. Учитывая то, что насельники обители живут в монастыре, то и богослужения у них проходят в режиме самоизоляции. Сейчас обычное богослужение по великопостному чину, как это из года в год, веками происходит. Единственное, что у нас вместо братского правила сейчас будет проводиться молебен, а как раз когда вот такая поветрие, когда эпидемии идут, вот. Услышите Господу молитву нашу, и моление наше внушите, и слез наших не примолчите, но ослабите нам, да почим, прежде даже не отыдем, и кто бы не будем Господу, помолимся. Молебен об избавлении людей от различных, в том числе вирусных, напастей проходит сразу после вечерней службы. Затем все насельники пустыни с молитвой отправляются в крестный ход по внутреннему периметру Жадовского монастыря. Традиционно во время каких-либо скорбей, нашествий, наплеменников или эпидемий, люди всегда, христиане, обращались к Богу с молитвой. Потому что подать всех благ Бог, поэтому мы начинаем с этого. Господу в Жадовском монастыре обращаются через покровительницу обители, Богородицу. Крестные ходы проходят с чтимым списком чудотворной Жадовской Казанской иконы Божией Матери. Именно этот образ с давних времен во время разных бед крестным ходом носят по городам и селениям Симбирской губернии, ныне Ульяновской области. Одно из значимых для сегодняшнего дня событий – это эпидемия холеры в 1856 году. Тогда, считают верующие, Божья Матерь через этот образ спасла Симбирск от полного вымирания. Ранее. После крестного хода холера отступила, и город выжил. Вот и сегодня священники, монахи и миряне просят Богородицу о заступничестве. Именно чтобы Господь услышал молитву нашу и оградил и обитель, и оградил села и города, в которых стоят эти обители. Землю нашу оградил от этой напасти, которая сейчас движима у нас. Крестные ходы в Жадовском монастыре теперь будут проходить ежедневно, за исключением предпраздничных дней. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.